вашим усердием, вашим тщанием. Она все знает, она верится. Помню я этот крест, начиная от эскиза карандашом до всего этого. История наших реставрационных работ показала, что мы совершенно ничего не знаем об этом памятнике архитектуры, об этой жемчужине, которую построили наши предки, которая чудом дошла до наших дней. Храм имел северную и южную галереи. То есть он имел совершенно другую архитектуру, чем представляется нам сейчас. И вот это вот печати самой преподобной, парадная печать. Точно установлена? Да, точно установлена. На этой стороне Спаситель, вот на одной стороне Спаситель, а на другой стороне, с обратной стороны, вот эти слова. Это наши археологи. А ребята откуда? Полский государственный университет. Исторический факультет. Да. Спасибо, не будем вам мешать. Там Евхаристия с апостолами. Здесь. Но это окончательно уже реставрация, да? Да. Мы ничего не подкрашивать не должны. Мы только должны подтонировать вот эти белые пятна, чтобы правильно. Они не выделялись. Правильно. Наши сестры написали и дописали прямо вчера, она уже заканчивала, все тоже представляла. Место, конечно, здесь удивительное. Да, ведь ангел Божий принес преподобную сюда и сказал, здесь подобает.